there when the buy, I found boy from Naya Dimaco, out born in Nigeria, one Fibo, and I'm a girl called Belarus, Nagrodno Medical University. Emma Wu, Doctor Mo, DBO Ibo. So, I like Belarusian fashion industry, and that show me ma otesa wo model in the Belarusian fashion industry. So, ana ma ndi garanya ne ma wo model ha. Менавіта ў Беларусі Іфу зрабіла першыя крокі ў індустрыі моды. Яна брала ўдзел у дэфіле на гарадзенскім тыдні моды і атрымала прыз глядацкіх сімпатый у конкурсе прыгажосці медычнага інстытуту. Мы пастанавілі дапамагчы дзяўчыне зрабіць партфоліо мадэлі. Для стварэння выразных вобразаў пачнем з выбару адзення. Привет. I'm Алина. Okay, Ифу. If it's very nice and I don't weigh that you look as model. Thank you. You're very nice. Thank you. Привет, меня зовут Алина Оров. Я люблю моду, стиль и секонды – это мое хобби. Я считаю, что здесь можно собрать отличные образы, поэтому приглашаю вас на примерку с нами. Color? Bright color. Anything bright. You choose. But все надо мерить. Образ в стиле 90-х. Ну, может быть, это не для обычной жизни, да, но на какую-то вечеринку у нас может в этом сходить. Но если, например, топ поменять на обычный, что мы сейчас сделаем, то, в принципе, можно и на каждый день. For parties. Так как Ифу любит, наоборот, все яркое, мне хотелось одеться в нее в то, что она сама, в принципе, никогда не оденется в обычной жизни. Вот что-то более сдержанное, но в то же самое время такое сексуальное и красивое. For me it's okay, it's more like everyday look. To classes, to anywhere, just everyday look. But it's very sexy. You know, every day we have to look sexy. Yes. Ну, мы решили собрать образ, который для Ифу более, скажем так, привычен, сделать его ярким, таким насыщенным, чтобы ей было привычно, ну, и чтобы она зажигала, как она это умеет делать. I'm happy as can be, tra-la-la-la-li, as happy as a chappy can be. Like the birds and all the bees, singing in the trees, I'm happy as a chappy can be. Мне кажется, для Беларуси у тебя очень нетипичная внешность, да? Таких моделей, как я, например, очень много, а таких, как и ты, очень мало. И они очень интересны, и мне кажется, рынок очень в этом нуждается, да? Очень востребована будешь ты. Фэшн для меня – это как еда. А, прикольно. Поэтому... Тебе это нравится просто, да? Да. Ну и у тебя фигура, в принципе, такая... скажем так, и рост ты очень высокая. Да, рост это, конечно, когда я была маленькой, каждый, я думаю, а что я буду делать в моей росте? А почему я так? А что будет? А когда я... Я тоже так думала. Я думала, как будет плохо, если я останусь маленькой. Алина запропонавала пакаштаваць знакамітай гарадзенскай выпечкі, папіць гарбаткі і ў нефармальных абставінах пазнаёміцца з Іфу бліжэй. А расскажи, ты сколько здесь уже учишься? 5 years. 5 лет. А ты домой ездила? Ну. И как отличие после? Everything changed. So many changes. Ah, noise. Noise. Nigeria is so noisy. Belarus is quiet. It was so noisy. Everywhere is so noisy. If this was Nigerian market, we can't talk. It will be so noisy. Belarus is not just calm, but it's peaceful. Mm. You know, the security here is good. Unlike in Nigeria, we are very conscious of, you know, the next person because you are scared. You don't know what might happen. No, security is poor, so. То есть, ну, здесь больше защищенность какую-то чувствуешь? Ну, here is good, yeah. Наступный крок до портфолио модели – макияж и прическа. Темноскурая клиентка с куршавыми волосами – цікавое выпробование навод для адмысловцев. Але працавница одного из самых престижных салонов в городе с захоплением чакают Ифу.
Что дальше? Не знаю. Сейчас мы будем создавать, а я приглашаем вас понаблюдать. Здравствуйте, меня зовут Зинуля. Меня зовут Александра Бекман, и мы являемся стилистами лаборатории красоты премиум-класса Make Up Lab. И сегодня мы будем создавать образ для нашей героини. А вас мы приглашаем понаблюдать. Привет! Ну что, сегодня творим, делаем красоту. Афамбу ифуная. Ой, так вообще. Афам. Афам. Бу. Бу. Ифуная. Ифуная. Это привет. Афам. Это меня зовут Ифуная. Но вы английский, получается, у себя там учили? Вообще знаете? Все люди говорят на английском языке. На английском языке. Вот так вот, а у нас? Да. Классно. А у нас my name is Саша, все. Да. I'm from Belarus. Много. А, много языков? Много языков. Потому что у нас... Потому что разные районы, диалекты или как? Не диалект, это этническая группа. Да. И поэтому в каждой этнической... Да, каждой есть около 250. But before you even treat hepatitis, you have to know that you have to go for a test and confirm that there is hepatitis virus. You know, when they say hepatitis, there is a disease condition and there is virus. Eh? I am like the public health officer. Клёво у нас получилось, да? Нравится? Да, мне очень нравится. Как я красивая сейчас. I love it. It's beautiful. Thank you. Класс! Thank you. Вообще клёво. Ось і фінальний акорд насиченого дня. Фотосесія для портфоліо. Каб поназірати за народженням модних образів, переносимося у былий будинок фабрики, де не так давно відкрили фотостудію. Іфу. Іфу. Тобто так і обращаємося. Окей, на ти. Окей. Хорошо. Привіт, я Євгеній Бузук. От уже 15 років я фотограф. І зараз ми щось цікаве, надіюсь, зробимо. Поза, щелчок, поза, щелчок. Работаємо тілом теж. Стоп. Угу. И еще какие-нибудь эмоции. Давай представим, что ты, не знаю, злишься на меня. Я сейчас могу начать что-нибудь ругать тебя, и ты будешь злиться. Не, я не буду. Difficult part was having to frown. I'm used to smiling a lot, so frowning or not smiling is a bit difficult, but it was good. I was able to put myself in the mood and it was amazing. С улыбкой мы уже поняли, да? С улыбкой у тебя хорошо получается, но белорусский фэшн – это без улыбки. Сейчас больше такой образ даже не женский получается, а больше мужской. Вот так вот садишься, да, руки шире. И вот так будешь смотреть на меня, я буду там лежать. When I was looking at the pictures after the session, there were some pictures that looked very fierce, like, you know, bold and fierce. And I was, wow, that me? I can actually do this, you know? We can take this to the next level. So I really feel like I'm ready to explore this industry, this fashion industry. Вот этот образ очень хороший получился. Yeah. Он прям такой фэшн-фэшн. Белорусско-нигерийский фэшн. Берешь портфолио и в Минск. Это единственный город, наверное, в Беларуси, где можно как-то модели себя проявить и рассказать. Mm-hmm. Вот. Удачи. Спасибо.
Ну что ж, развітваємося со старожитным городом и рушим скарать столицу. Фотоздымками с Іфу зацікавилася засновальниця бренду одіння і уладальниця бутика. А головне – саправдная муза. Hello. Hi. My name is Anastasia, and this is my brand, Mom Use Vintage. Okay. Меня зовут Анастасия Васильева, я актриса, и я предпочитаю на сцене систему перевоплощения от внешнего к внутреннему. Именно на этой основе и появился мой магазин и мой бренд винтажной одежды Mom Use Vintage. Мы помогаем девушкам раскрыться и примерить на себя разные образы. You know about vintage dresses, vintage clothes? Are you like this style? Well, it's not my go-to go, but of course, yes. Okay, let's check. Okay. Изначально определение винтаж можно дать вещам, которые старше 30 лет. И это 90-е. Они вступают уже официально, становятся винтажными. И вот эти все вещи, которые носили наши родители, они как бы официально теперь будут считаться винтажными. And we make stuff like this. OMG. You want, yes? Okay. I know this tire. And our brand have a name, Mamuse. Mamuse. Yes, this is about girls, about girl powerful energy. Yes. And we think that in every girl beautiful, and every girl have a muse. Yeah, exactly. In her heart. I agree. 100%. Women power or female power is like important, because for me, I advocate for LGBTQ persons inclusion in the health system. Okay. It's my passion that we live together as one and we are treated equally. So nobody should be discriminated or segregated and said otherwise, you know. So I hope that we get to a peaceful world. And I believe women can do that. Yeah. Give five, baby. Okay. Yeah. Beautiful, yes? I think I love vintage now. I love it too. Nice. Іфу вирішила допомогти Настасі зробити фото для соцсеток їхнього бренду. You can make a little variety clothes. Like this, yes, but no. Don't think, only do. Yes, post what you want. Maybe you're a little bit tired? No, I'm thinking what I want. You have a beautiful smile. Thank you. Yes. Be yourself. This is all what we want. Yes, baby, you have a big future. Don't stop. Модна індустрія – це не тільки пригожі люди, але й корисні знайомства. Національна школа красоти. Щоб приспішити кар'єру Іфу, ми звернулися по поради до чоловіка з серйозним досвідом. Хай, привітання. Мене звуть Денис. Я вже більше 10 років працюю в модельному бізнесі у Білорусі. І зараз розповіду, як ця кухня виглядає знутри. Мені здається, це більше як підробітка, як доповнительна робота. So do you have another job? Yeah. You have another job? Да. Тяжело. Тяжело в Беларуси только работать с моделью, потому что не так много работы. Мне кажется, интересно было бы познакомиться здесь с людьми, которые на белорусском рынке производят, да, белорусский продукт, фэшн-продукт. Вот у меня есть друг, мы сейчас ему позвоним, я попрошу, чтобы вы познакомились. И они тоже выступали на Belarusian Fashion Week, да, и они очень популярны не только в Беларуси, но и за границей. И они делают на белорусских традициях,
традициях вышиванки, да, делают модные бренды. Сейчас мы ему как раз позвоним, сейчас я найду. Так, окей, добре, то я зараз до вас прийде. Вось і перший поспіх у столиці. Іфу Нанію запросили взяти удел у створенні лукбуку для бренду з справжнім білоруським характером. Hello. Hello. I'm Ifu. Мене звуть Павел, і ми зараз знаходимося у шоурумі Гонор. Ми робимо білоруське одяг, і ми ставимо мету зробити одяг, яким можуть гонориться і білоруси, і наогул у світі люди. Ну, чому ні? Покуль Павел обирал відповідні поміри, Іфу зацікавилася символами на одяні. Do this mean something, these patterns? Like, do they mean anything, or it's just... Одні і ті ж знаки вони можуть означати різні речі. Це все залежить від регіону. Ми, знову ж, не спеціалізуємося на витворчості строїв, які, на реконструкції строїв, які ну, були раніше. Ми робимо сучасне одяг, ми вносимо туди сенс, але головний сенс – це ну, білоруський. Ось наша остання колекція, вона присвячена ну, Полесью. Nice. Is there any pattern specific to Grodno? No. Ми відправляли в ту ж Америку одяння, і там велику, те ж от люди, які набували, у нас вони коли йшли по просто по городу, до їх шмат уваги, тому що там такого немає, це вельми цікаво, особливо от як нам підкреслювали афроамериканці вельми цікавилися ось орнаментами різними, тому що у них так само, ну, є ну нечто подобне, скажімо так, таке народне. Це було цікаво, не питати, де взять, где Падрыхтавалі для амбітнай дзяўчыны сюрпрыз, але перад тым, як яго прэзентаваць, спыталі Іфу, ці задаволеная яна вынікамі свайго даследавання беларускай індустрыі моды. What I've seen so far is just the tips of the iceberg, but this tip is actually towards the positive or in the right direction, because this is going to push me forward, and as I go forward, I get to know more and see more into it. So but this is truly good for me and for the industry, because someone is coming, which is me. I am open, and if you need a model like me, I am available. Прыгожий чалавек прыгожы ва ўсім. Стане Іфу Нанія доктаркай ці мадэлькай, мы спадзяемся, яна з цеплынёй будзе ўзгадваць Беларусь, дзе рабіла першыя крокі на шляху да сваёй мары. Ай! О май гад! Thank you! Yes! This... This is good.